Доброе утро, сахаринцы! Сегодня понедельник, 19 августа. Вы смотрите Солнце ТВ. Меня зовут Наталья, и сейчас я расскажу, что подготовили для вас наши корреспонденты. Городские истории. Окажемся на постановке театра «Твой формат». Отличные шубы для каждого из вас! Меховая фабрика «Елена Фурс». Год театра в России. Повсеместно проходят спектакли и выступления. Студия «Твой формат» также активно ставит свои постановки. На одной из них побывала наша съемочная группа. Вместе с преподавателем ребята из студии «Твой формат» долго готовили к выходу в свет свою постановку. Выступление для многих участников – это определенный экзамен, ведь актерским мастерством они стали заниматься совсем недавно. Я туда пошла, потому что это творчески тебя раскрывает. То есть, когда мы работаем особенно, да? Мы там как-то рутина, скукота какая-то, и хочется что-то чего-то такого, чтобы эгэгэй, кружите меня, кружите. Вот, театр это именно такое место, где тебя будет кружить, где что-то будет постоянно происходить, какие-то движухи, это очень клево. Выступление проходит в рамках программы «Чеховский сквер» неподалеку от музея книги Чехова. Постановка «Кто в доме хозяин» основана на трех произведениях классика. Это рассказы «Размазня», «Теща, адвокат» и «Ушла». Состав выступающих смешанный, то есть есть опытные люди, включая вашу покорную слугу, и, соответственно, большая часть это новички. Для них это дебют. Это возможность продемонстрировать то, что они умеют, то, что они получили в студии, навыки. И в том числе это замечательный способ избавления от страхов и сомнений. Боролись со своими фобиями начинающие актеры разными способами. Выполняли различные упражнения, участвовали в мастер-классах и даже репетировали на улице. И это дало результат. Юные театралы уверенно выступают для людей, которые собрались в сквере. А для некоторых участников студия стала отправной точкой для дальнейшего развития. Я вообще сейчас хочу пойти на профессию актера, как бы, и собираюсь поступить в театральный вуз. Не знаю, но я думаю, что у меня получится, надеюсь на это. И эти курсы мне, как бы, они очень помогли на меня. Участники студии проделали немалую работу, чтобы предоставить зрителям свое творчество. Вторые по достоинству это оценили и благодаря юным актерам смогли ненадолго прикоснуться к театральной жизни. Внимание,